Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 2. Хочу представить и посоветовать молодой канал моего знакомого. Там есть что посмотреть интересного. Переходите по ссылке и подписывайтесь. Ссылка в описании. Ремонт нескольких повреждений кузова. Я должен отремонтировать заднее левое крыло, немного правое заднее крыло и небольшие повреждения переда. Ремонт начну с левого крыла. Разбираю. Итак, эту часть машины я разобрал. Это повреждение я не смогу вытянуть, поэтому вырежу кусок, отровняю его и приварю обратно. Отрезанный кусок нагреваю, растягиваю и потом равняю. Сделано. Теперь подровняю низ крыла и после этого приварю отрезанный кусок. Сварочный шов заливаю оловом. Музыка.
Чудненько, левое крыло сделано. Установлю задний фонарь и бампер. Эта часть работы закончена. Теперь подшаманю перед. Повреждения небольшие, заменю правое крыло и вытяну эти детали. Последнее повреждение – вмятина на правом заднем крыле. Для ремонта буду использовать споттер. We'll be right back.
Это все. Моя работа закончена. На эту работу ушло 20 часов. Отдаю машину владельцу. В течение 2 недель машина была покрашена. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!